Всем привет! Меня зовут Маша. В этом видео я представлю бензиновый триммер торговой марки Hütter модели GGT1900T. Расскажу о его особенностях и покажу, как собрать и использовать. Бензиновые триммеры Hütter обладают полной автономностью, то есть позволяют работать где угодно без подключения к любым источникам электроэнергии. Бензиновый триммер поставляется в разобранном виде. В комплектацию входит штанга в сборе, защитный кожух, катушка с леской, лезвие, набор ключей для сборки, отвертка, фурнитура, емкость для приготовления топливной смеси, плечевой ремень, разборные ручки, двигатель и инструкция по эксплуатации с описанием сборки. Перед началом работы конструкцию необходимо собрать. На штангу установить защитный кожух, двигатель и ручки управления. Установим защитный кожух. Вставим его под алюминиевую пластину и закрепим 4 винтами. Двигатель соединяется со штангой таким образом, чтобы крышка бензобака смотрела вверх, а вал редуктора направлен вниз. С двигателем мы закончили, теперь установим ручки на штангу. Для этого шестигранным ключом ослабим винты крепления ручки. Вставим рукоятки в пазы и затянем. Для удобства в наборе есть стяжки, с помощью которых закрепим провод на штанге. На эту модель можно установить как катушку с леской, так и лезвие. Установим катушку с леской. Вставим шестигранный ключ в специальное отверстие на редукторе и прокрутим вал редуктора для надежной фиксации. Открутим гайку. Снимем защитную и дополнительную шайбу. Они пригодятся для работы с лезвием. От руки накрутим катушку. Обратная резьба надежно будет удерживать ее на редукторе. Затянем и вытащим ключ. Катушка с леской подойдет для кошения газона и невысокой травы. Однако мощный двигатель позволит скосить сухостой, бурьян или толстые стебли с помощью лезвия. Чтобы сменить инструмент, открутим катушку. Установим лезвие на вал. Прижмем дополнительной шайбой. Поставим защитную шайбу и зафиксируем гайкой. В триммере используется двухтактный двигатель, который при достаточной мощности обладает небольшим весом и размером. Полупрозрачный топливный бак позволяет следить за уровнем смеси. Для запуска триммера необходимо залить топливную смесь в бак. Для ее приготовления используйте бензин с октановым числом не менее 92 и масло, предназначенное для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Смешаем бензин с маслом. Сначала заливаем бензин до отметки, а потом масло. Во время обкатки, это первые 5 часов работы, рекомендуем использовать топливную смесь бензина и масла в соотношении 1 к 25. После обкатки 1 к 40. Плотно закручиваем крышку и взбалтываем. С помощью воронки заливаем смесь в топливный бак. 5-7 раз нажмите на резиновый колпачок ручной подкачки топлива для заполнения карбюратора топливной смесью. При этом сквозь резиновый колпачок должна просматриваться топливная смесь. Чтобы запустить триммер, необходимо на ручке установить зажигание в положение «включено». Надавим на фиксатор, зажмем курок газа и зафиксируем его. Рычаг воздушной заслонки переведем вверх, в положение «холодный запуск». Несколько раз потянем ручку стартера и переведем рычаг заслонки в среднее положение. Теперь без труда запустим двигатель, резко потянув за стартер. Дайте двигателю прогреться 5-10 секунд. Рычаг воздушной заслонки переведем вниз. Для работы слегка надавливаем на курок, так он снимется с фиксатора. Скорость вращения редуктора с катушкой или лезвием вы контролируете силой нажатия на курок. Пора посмотреть на триммер в работе. Для комфортной и безопасной работы используем перчатки и противошумные наушники, а для защиты глаз от летящей травы необходимо надеть очки. Сменим катушку на лезвие и посмотрим, как триммер справится с густым бурьяном. Мощный бензиновый триммер Hütter гарантирует вам идеальный результат. Обязательно соблюдайте требования безопасности. Не косите в дождь и в условиях плохой видимости. Убедитесь, что в зоне кошения нет камней, щебня, веток или корней. Соблюдайте эти простые правила, и работа с бензотриммером будет приятной и безопасной, а наша продукция станет вашим верным помощником на долгие годы. Всем пока! Еще увидимся!